ближайшие выходные столицей киберспорта в СНГ будет не Москва, не Киев, а город-герой, столица Беларуси, Минск. Именно здесь, впервые за пределами России, проходит Open Cup, турнир по игре Warface. И мы расскажем и покажем вам все, что нужно знать об этом турнире, и даже больше. Конечно же, оказываемся в бэкстейдже. Это то место, где турнир вообще начинается. По сути, двигатель, сердце и душа всего мероприятия. Что здесь происходит? Мы берем интервью с капитаном команды АГ. Ты лучший игрок в Warface? А кто лучший? Опачки! Продаются вещи? Что за вещи? Нет, не продаются. Почему? Это наш прекрасный, замечательный партнер Зола предоставил нам полный набор одежды для наших прекрасных кастеров. Мне тоже дадут? Ну, смотри, как все есть. Зона, так называемая practice room обычно, но здесь это целый practice hall. 40 компьютеров, 8 команд по 5 человек, соответственно, каждому игроку по компьютеру, не нужно ждать своей очереди, там, выгонять кого-то, пытаться бороться за места. Вот, пожалуйста, 40 компов. Гримерка. Мы искали гримерку. Мы ее нашли. Поднимите руку, кому из вас нравится гримироваться. Ты не тогда зашел. Нет. Была, короче, другая команда, и один приехал и сказал, что ему нравится гримироваться. Один? Да. Вот здесь вот много-много игроков. А почему здесь никого нет? А, ты здесь. Проходи, проходи. Все, отлично вообще. В два кадра. В два кадра? В два кадра. Можно, Егор, я вмешаюсь? У тебя есть какой-то жест? Знаешь, у всех есть какой-то свой жест. Я уже его снимаю. Можешь повторить, пожалуйста? Пожалуйста. А он какой-то смешной, да? Нет, он просто очень сложный. В смысле? Ты там сальтуху крутишь? Нет. Ну, повтори, пожалуйста. Без слоумо, я надеюсь? Без слоумо. Хорошо. Давай. А ты его сама в слоумо делала? Типа? Нет, меня просто не заставляли. Медленно делать? Ну давай, давай попробуем, давайте, нет, надо без посмотреть. Без слоумо. Yes. Давай, давай. В камеру или к вам? К нам. Вам? К нам. А сейчас я покажу то, что вообще никогда нельзя показывать, но так или иначе. Сцена во время застройки. Спойлеры. Саш, тебе же сказали тут не снимать.